Так. Зачем добавлял? Сейчас может ответить. Как жить-то, блин? Так. Не крысим на респе, а идем строго в раш. А где мои руки? Где руки мои? Что за херня? Так, и вот начинается просто жопа. Надеюсь, у меня все снимает. Так. А какой у тебя ник в игре, скажи мне? Как? Этот, Сабун? Или как там? А, ну я так понимаю, что... Сабун. Что? Что? А я у тебя уже могу забанить. Уже нахуй я тебя проверять не собираюсь. Забань. Ну, блядь, ты думаешь, что я тебя не забаню? Не крысим на респе, а идем строго в раш. Давай, сейчас, смотри. Сейчас, погоди. Так. Давай, разбань. Чё? Разбань. Откуда? С игры. Ну и чё, я дальше в спектре сижу, и что? В спектрах? Я в спектрах сейчас. И что? А какой у тебя ник? В смысле ник? Такой же, какой и был? Нет, тебя нет. Плохо слышно. Тебя нету в игре. Ну не знаю, я сейчас в спектрах сижу. Ну давай демку покажи. Ща. А у меня что-то игра залагала. Блять, ну конечно, блять, потому что тебя забанят, блять, нет. Ору. Ну как? Чё? Не разбанимся? Да это разбанюсь-то. Ну давай. Сейчас разбанюсь. Давай, проверим твои силушки. Ну а в чем прикол вообще этого бана? Блять, прикол в том, что у тебя уже есть программа, чтобы разбаниться. Это первое. Прикол бана в том, что ты вышел, не дождавшись проверки. Ага. Ну, это прикол. Ага. Ну хуй на, давай разбанься. Ну ща попробую. Попробуешь или ты чё? Ну ща попробую. Просто у тебя мозгов не хватит разбань. Да это разбанюсь. Ну давай. Так. Сейчас разбанюсь. Я просто, у меня бандикам включен, на запись проверим, ты долбоёб или пиздобол. Посмотрим, что из этого, блядь. Понятно. И чё в бандикаме? Ты там, если ну чё, я играю. Последний, кто готов. Да. Могу тебе показать даже. И где ты играешь, если тебя нет? На сервере. Ну, демонстрацию включи. Ну, я включил, видишь? Угу. А меню открой, что за сервер хотел. В смысле? Во! Это не мой сервер. Ну и? Что и? Ты на моем сервере забанил. Разбаниться на мой уже не можешь, да? Сложно? Да не смогу, но не сейчас. Ну давай. Пацаны, сейчас-то зачем? Микрофон. Да просто ты не можешь разбанить, потому что ты головой своей понимаешь, что тебя, блядь, по железу забанили. Ору, блядь. Ну я потом разбанюсь тогда. Ну давай, и не сдохни, блядь, от спиды, мать свою в гроб положи, блядь. Вообще прикол. Я это в отдельную часть положу тогда, ребята. Вы офигеете. Вы просто... Я именно...
Я эту часть, я не знаю, как я ее прям выделю, прям это офигенно, мне так понравилось, ребят, честно.